Здравствуйте, друзья! С вами Лохматая Душа. Новая малышка. Назвали Таврика. Это из серии «Нам позвонили». Позвонила женщина, что заправлялась на автозаправке и увидела сбоку от заправки в кустах малышку. Как она рассмотрела черного ребенка, ну, сами понимаете, это редкость и счастье. Я тут же отзвонилась знакомому, и он поехал. Помог, взял малышечку, отвез ее ко мне домой. А на следующий день, когда мы договорились с доктором Барковым, малышка поехала к нему в стационар и сразу на операцию, так как, сделав ей снимки, было видно, что у ребенка сломано бедро. Удивительный ребенок. Все процедуры она просто наклоняла голову, принюхивалась, и ни разу даже не пыталась ни запищать, ни рыкнуть. Она просто терпеливо сносила все. И взятие крови, и когда готовили ее к наркозу. Тихий ребенок. Не испуганная, не злобная. Хотя таким малышам достается. А еще мне кажется, что этот ребенок был домашним. Но его выбросили. Кстати, врач сказал, что травма малышки бедро – это удар или ногой, или чем-то тяжелым, но это не машина. Малышку не сбила машина, ее ударил человек. Просто кто-то очень сильно ребенка пнул и сломал ей бедро. Возможно, таким способом от ребенка избавились, вышвырнув его на улицу. Я не буду гадать, друзья. У нас с вами появилась Таврика, новая лохматая душа. Я искренне буду благодарна, если вы примете ее в ваше сердце и согреете вашей душой. И поможете ребенку оплатить операцию, поделившись той каплей, что у вас еще есть. И простите, что обращаюсь опять к вам, ребят. Дорогие мои люди, дорогие мои друзья, знакомые и незнакомые люди, дорогие мои все, в ком теплится хоть капля добра, милосердия и сострадания к нашему живому миру. У нас с вами новый ребенок, что нуждается в помощи. Сейчас малышке поставили спицу. Бедро скоро срастется. Но последует вторая операция по снятию этой спицы. А первую операцию у нас сделана в долг. Я боюсь только одного, ребят. Мы копим долги, и доктор Барков терпит. Но сейчас очень тяжелое время, и боюсь, что лимит нашего кредита может быть исчерпан теми животными, которые находятся сейчас в стационаре. А их у нас много, переломанных. За 5 дней 6 малышей. Представляете? За 5 дней 6 переломов. Это страшно, ребята. И я боюсь, что если, не дай бог, случится беда, и нам попадется новый переломанный ребенок, я боюсь, что у нас не хватит сил его спасти. Может не хватить, потому что любой кредит рано или поздно заканчивается, любое терпение истончается. И вся надежда, друзья, только на вас. Я прошу вашей помощи и поддержки. И заранее говорю вам всем, храни вас Бог, да не скудеет рука дающего. Спасибо вам, люди. И пусть вся ваша доброта вернется к вам лавиной благополучия и крепкого-крепкого здоровья. Спасибо. С надеждой к вам, лохматая душа.